Более 600 миллионов рублей направят власти Башкортостана на благоустройство дворов в 14 городах республики. Торги по выбору подрядчика объявил Госкомитет региона по конкурентной политике. Их итоги подведут до конца марта. Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, 320 миллионов рублей направят на благоустройство 20 дворов в Давлеканово, Бирске, Благовещенском районе и в Уфе. 290 миллионов на благоустройство 21 двора в Учелах, Ишимбае, Мелеузе, Кумертау, Салавате, Белорецке, а также Баймаки, Стерлитамаки, Межгорье и Сибае. Львиную часть средств на ремонт 571,5 миллионов рублей выделят из регионального бюджета. Оставшиеся 33 миллиона рублей предоставят муниципалитеты и почти 6 миллионов привлекут из внебюджетных источников. Отмечу, самую большую сумму потратят на благоустройство 17 дворов в Уфе – 303 миллиона рублей. Закупки проводятся в рамках реализации программы «Башкирские дворики».